Оказывается, об этом тоже не все знают. Во всяком случае, моя подруга буквально недавно рассказала мне, что так нужно делать. И это действительно так. Выросла новая малина этого года. Ее тоже нужно обрезать на высоте примерно метр. Из спящих почек, вы увидите, пойдут новые ветви. Вот и на них будет тоже большой урожай. То есть мы из куста малины делаем как бы дерево со множеством веток. И на каждой из этих веток в следующем году будет новый урожай малины. Еще чуть попозже посмотрите, у корня оставьте несколько побегов в гнезде. 2, 3, 4, самые слабые уберите. Таким образом вы получите хороший, прекрасный урожай малины на следующий год.